Здравствуйте, с вами магазин Instrument Center. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании GTC H110B на 110 предметов. Ранее мы делали видео уже на этот набор, но в комментариях на YouTube нам указали, что головки сейчас идут в наборе с рифлением и изменились трещотки, то есть количество зубьев. Поэтому мы решили сделать заново видеообзор, показать изменения, ну и заново рассмотреть набор. Компания GTC выпускает профессиональный инструмент. Компания сама из Тайваня. Он с успехом используется на СТО и автосервисах. Ну и имеет он положительные отзывы, кто его использует. Поставляется он в упаковке. Такая картонная упаковка. Здесь у нас, видите, набор в разрезе. То есть какие единицы инструмента есть. И сзади также они перечисляются. Ну, все на английском языке. Так, по комплектации. В наборе идут две трещотки с рабочими квадратами 1,4 и 1,2. Они идут на 72 зуба. Имеют переключатель реверса, быстрый сброс. И имеют номер согласно каталога. Трещотки разборные. К ним также продаются отдельно ремкомплекты, так что вы можете заменить, если вдруг полетит сама трещотка. Рукоятка комбинированная, пластиковые накладки по бокам и резиновая красная внутри. Также имеет надпись GTC. Трещотка под квадрат 1,4, также на 72 зуба с реверсом, с быстрым сбросом и также номер согласно каталога имеет. Так, отверточная рукоятка применяется с битами, которые прессованы в головку. Квадрат 1,4. Здесь можно подключать трещотку или удлинители. Это во всех наборах идет такая рукоятка с квадратом. Также ее можно использовать с головками под квадрат 1,4 также. Так, два удлинителя под квадрат 1,2, 250 мм и 150 мм. Вернее, не 150, а 125. 125 и 250 мм. Удлинитель под 250 мм также используется вот с таким переходником, то есть будет у вас Т-образный вороток. Этот переходник можно использовать, у кого есть трещотка под квадрат 3/8. Вот у нас есть трещотка под 3/8. Вставляем этот квадрат, переходник вернее, и можно его использовать с головками под квадрат 1,2. Так, два кардана. В GTC наборах карданы разборные, они скреплены винтами, то есть не вставки металлические обычные заклепанные, а здесь идут винты. То есть можно разобрать и починить или обслужить. Так, Г-образный набор ключей небольшой. Теперь по головкам. В наборе шестигранные головки. Короткие, здесь их 30 штук. Самая маленькая на 4 мм. И самая большая на 32 мм. Вот это рифление идет вдоль головки, то есть отделяя на две части. То есть ранее в старом дизайне наборы шли, здесь не было. Вот этой самой ленты рифленой не было. Сейчас нам в комментариях указали, почему у вас на видео головка без такого рифления. Вот новый дизайн набора. Вот рифление. Также имеет номер согласно каталога, логотип GTC и номер. Ну, то есть размер, вернее, 32 мм. Так, головки Torx. 13 штук их. Самая маленькая E4.
Самая большая E24. Свечные головки 21 мм и 16 мм. Имеют резиновые вставки внутри, что исключает выпадание свечи при откручивании. И особенность данного набора — это головка 12-гранная на 14 мм. Еще особенность этого набора — имеет он в комплекте гибкий удлинитель под квадрат 1,4 для труднодоступных мест. Так, перейдем к верхней части крышки. Биты под квадрат 1,2. Они используются вот с таким вот переходником. Ставили нужную биту и подключили трещотку. Весь инструмент в наборе, он подписан. Имеет размеры головок. Здесь также размеры бит. То есть все подписано. Так, Т-образный вороток под квадрат 1,4. Вот есть. Два удлинителя под квадрат 1,4. 50 и 100 мм. Хорошо защелкивается крышки, что исключает выпадание инструмента при закрывании набора. Длинные головки. 13 штук их. 6 мм. Самая маленькая. И самая большая на 22 мм. Кстати, хотелось бы отметить, весь инструмент очень качественно изготовлен. Визуально к нему придраться не к чему. То есть все очень гладко, хорошее литье. Ну, сразу видно профессиональный инструмент, который делается качественно и на долгие годы. То есть долгие годы можно не работать и ничего не поломается. Так, по комплектации все рассказал. Сейчас покажу вам кейс для хранения. Кейс красного цвета идет. И габариты кейса. Ширина у нас 37 сантиметров, высота 28 и глубина 8 сантиметров. Пластик жесткий, то есть не проваливается палец. Здесь у нас логотип GTC Auto Tools Made in Taiwan. И запирается набор на металлические замки. Что тоже очень хорошо, то есть долго вам прослужит. Имеет отверстие ручки для того, чтобы можно было запирать набор, чтобы ним никто не пользовался, кроме вас. Ну вот, визуально. Хороший инструмент. Рекомендуем вам к покупке. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. Ставьте комментарии. До свидания.